Хочешь кататься, люби и в очереди постоять. Этот принцип на склонах парка Ергаки работает сегодня не потому, что он шлак. Просто стартовал официально зимний сезон. Летние горы – это здорово, а зимние горы – это совсем другое. Сноубордистка Анастасия Матека приехала в зимнюю сказку из Шушенского. Из дома выехала утром, по дороге шел дождь. Преодолела 150 километров и попала в настоящую зиму. Такого количества снега здесь в начале ноября не припомнит за последние лет 5. Мы поднялись на снегоходе до половины трассы, и как бы везде это пухляк. Прям нигде нет такого, что прям накатано это было, или где-то можно было упасть, потому что какой-то наст. Это все свежее, это прям очень здорово, это прям наслаждение такое. Новички и профессионалы, все в горы за адреналином. За несколько часов работы трассы на лыжню встали более сотни человек. Ощущения совсем другие, конечно. Особенно, когда снег вот такой липкий, ездить очень сложно. Ну, особенно вот такими кувырками вот. Хорошо, что на одежде не липнет, потому что я бы комком бы сюда, наверное, прилетел на всех. Такого не было много лет. Подготовку склонов начали на месяц раньше. Частые снегопады в горах сделали свое дело. Отдыхающим приходится откапывать на стоянках свои авто из сугробов. Сейчас, по меркам Саян, снега на склонах предостаточно, более 2 метров. Удалось подготовить отличные трассы, не хуже, чем в Куршавеле. Травы, камней нет на трассе. Трассы у нас открыты полностью. Полностью открыты. Основных у нас 6-7 трасс. И пересечения различные до 9 трасс. То есть получается, все трассы открыты, все трассы безопасные, стоят везде указательные направляющие знаки, древки, которые обозначают края трассы, то есть народ ориентируется. Снега в этом году уже достаточно и для горной техники. Любители снегоходов прокатились с ветерком по заснеженным сопкам Саян, получив свою порцию адреналина. Сезон только стартовал. Впереди у тех, кто любит активный зимний отдых, почти полгода. Снежная подстилка еще формируется. Укаты на ратраками ноябрьский наст пролежит здесь до конца мая. Пока работают несколько подъемников. Все трассы здесь обещают открыть в преддверии новогодних каникул. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Енисей. Новости.